Всем привет! Очередной выпуск новостей из Дома 2. Андрей Черкасов – один из немногих, кто пусть и не прямо, но осуждает выбор Жени Ромашова. Причем ведущий не упускает случая высказать свое фи самому Жене и его избраннице Насте Бигриной. Несмотря на то, что Настя может похвастаться миловидной внешностью и влюбленностью в Ромашова до роли идеальной жены, она все же не дотягивает. По крайней мере, в этом убежден сам ведущий телестройки. Не проходит и дня, чтобы Андрей, если он, конечно, на поляне, не подколол Настю по поводу ее работы вебкамщицей. Впрочем, теперь молодому человеку придется закрыть свой рот. Черкасову уже припомнили, что из себя представляет его собственная жена. Ни для кого не секрет, что много лет Кристина Ослина трудилась танцовщицей и лихо отплясывала на пилоне почти без одежды. При этом наряды, в которых она появлялась на сцене, мало похожи на приличные, хотя сам Андрей только и трубит о том, какая приличная ему досталась девушка. В Инстаграме Анна Мадан рассказала, что они с Максимом Моргенштерном в отпуске на долгий срок, пока они не собираются покидать проект, но, по словам Анны, все может быть. «Кто знает, может и не вернемся», — написала Мадан. Анна пообещала позже рассказать, какие у них с Максимом планы на будущее. Слухи о закрытии телепроекта в декабре этого года уже начинают подтверждаться, так как топовые участники стремительно покидают поляну Дома 2. Чем ближе дата проектной свадьбы Кати Гориной и Артура Николайчука, тем больше интересных подробностей о предстоящем торжестве выясняется. Так, свидетелями станут Максим Моргенштерн и Анна Мадан, которые к тому времени должны вернуться из отпуска. Признался в своем прямом эфире Бен Карпов, что его еще одного человека на свадьбу Кати Гориной и Артур Николайчук принципиально не пригласили. То ли жених и невеста в ссоре с Борисом Карповым, то ли в курсе его откровение о том, что свадьбу ребятам полностью оплачивает телепроект «Дом-2», и руководство диктует свои условия. Или Катя Горина и Артур Николайчук уже в курсе, что до их свадьбы Бен Карпов может телепроект «Дом-2» покинуть. Скоро узнаем все подробности. Подписчикам Ольги Бузовой посчастливилось увидеть обнаженную грудь певицы. Оля опубликовала в сторис танцы в самолете, однако пользователи кинулись обсуждать не танцевальные данные, а грудь, вернее ее полное отсутствие. Бузова не постеснялась выложить видео в сеть, видимо, произошло это сразу после утреннего коньяка. Друзья, пожалуйста, оцените это видео, поставьте лайк и не забудьте подписаться. Интересная новость сайта Шлок о том, что ведущий реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони дружит с Натальей Варвиной, бывшей участницей проекта, известно давно. Выяснилось, что он познакомил Наташу со своей избранницей, которая засветилась вместе с ними в микроблоге. Теперь стало понятно, почему Кадони растолстел, как он сам считает, ведь Наталья Варвина отлично готовит, собиралась свое кулинарное шоу запускать, теперь ей предстоит и подругу Влада Кадони приобщить к навыкам кулинарного искусства. Или у нее пока еще статус и срок отношений с Владом Кадони не достигли того уровня, чтобы Наталья Варвина ее готовить учила, или все еще впереди? Кристина Бухенбалтер нашла новый повод, чтобы заявить на лобном месте о несостоятельности Артема. Бухенбалтер стало противно, что Захарова купила гранта за банку спортпитания. Накануне финала конкурса «Человек года» Яна собирала голоса и пыталась подкупить участников «Дома-2». Артем пообещал Яне свою поддержку в обмен на банку протеина, что стало известно в вечернем эфире. Бухенбалтер поссорилась с Артемом и сказала, что купит ему две банки спортивного питания, лишь бы не прогибался под кого-то из коллектива. Тем более под Захарову, с которой у Кристины личные счеты. Казалось бы, ерунда, но Бухенбалтер принципиально не хотела, чтобы в финале конкурса победила Захарова. Яна также подкупила Дмитрия Васильева, а Виктории Бахаревой пообещала парфюм. Но это никак не идет в сравнение с тем, что грант опускается все ниже и ниже и окончательно потерял авторитет в коллективе.
Ранее Бухенбалте часто говорила, что подобрала Женю Ромашова, что же она будет говорить через месяц про Артема. Слепила из того, что было, скажи спасибо, неблагодарный. Ксения Бородина и Катя Жужа когда-то были близкими подругами, а сама Катя не скрывала, что многим обязана Ксюше, хотя о чем именно идет речь никогда не уточняла, Бородина однажды намекнула, что не просто поддерживала Жужу морально, но и частенько помогала материально. Вот уже несколько лет девушки не общаются, правда, только недавно Катя вскользь упомянула, что стало причиной их ссоры. Якобы в один далеко не прекрасный день Бородина обвинила ее в эгоизме и равнодушии, ведь тогда у нее болела дочь, а Жужа, по ее признанию, замоталась и забыла спросить о здоровье Маруси. К слову, все это время девушки не только не общались, но не виделись даже случайно, а вот пару дней назад эпохальная встреча все же случилась. По словам очевидца, Катя и Ксюша столкнулись лицом к лицу в ресторане, более того, сели за соседние столики. Правда, присутствие рядом экс-подруги сама Бородина не выдержала. Если верить словам все того же очевидца и кадрам истории самой Ксении, она почти сразу покинула ресторан. При этом в заведении ведущая Дома-2 отмечала день рождения матери. Как видно, из-за присутствия по соседству Жужи, Ксюша решила свернуть торжество, либо перенесла его в другое место. За бывшей участницей Сашей Черной еще со времен первого появления на телестройке закрепился имидж девушки дерзкой и не страдающей какими-либо комплексами по поводу своей крупной фигуры. Саша Черной и сейчас отлично поддерживает реноме смелой и не склонной к рефлексиям дамы. Ей ничего не стоит обнажиться на публике и продемонстрировать свое далекое от идеала тело. Сейчас бывшая участница активно начала худеть, о каждом своем небольшом успехе и потерянном килограмме сообщает подписчикам микроблога. Эти новости Саша Черно с удовольствием иллюстрирует своими снимками, на которых предстает минимум одежды. Вес уходит, появляется рыхлость. Уже, кстати, 149 килограммов, сообщила Саша Черно в сторис. Так она подписала свое фото, на котором предстала в черном нижнем белье. Стринги впились в ее тело, а лифчик еле-еле удерживает грудь. Микронаряд открывает взору рыхлое тело Саши Черно. Ровно неделю назад Клавдия Безверхова попала в больницу с известным вирусом. В Инстаграме молодая мамочка сообщила, что сегодня ее уже выписали. «Сегодня меня выписали, но посадили на карантин, потому что я с огромной вероятностью могла получить его тут», – рассказала Клава, добавив, что у нее почему-то пожелтела кожа и изменился запах тела. «Почему-то у меня изменился запах тела. Кто-то сталкивался с таким. Мне это очень не нравится. Тут дело в коже. Мыться пробовала. Кожа как-то неестественно для меня пахнет», – спрашивает девушка у подписчиков. Соревнования за похудение Саши Черной и Ольги Рапунцель ворвалась еще и Майя Донцова, как еще один соперник. Ну как же без нее в таком популярном деле обойдется? Признается Майя, которая в своих прямых эфирах постоянно что-то жует, что набрала лишний вес. Теперь, чтобы угодить спортивному мужу Алексею Купину, Майя Донцова решила перейти на правильное питание. В надежде сбросить вес без занятий спортом, к чему Леша ее так старался несколько лет подряд приучить, теперь Купин будет руководить похудением жены Майи Донцовой, ведь его онлайн-тренировки для мужчин так желающих и не собрали. Хорошо, что есть верный союзник у Алексея Купина в лице своей жены. Они и поправятся, и худеть будут под его началом, ведь Купины утверждают, что они команда. Это были все новости на сегодня. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не пропустите новое видео, которое выйдет совсем скоро.